Слушай, тут бинокль нихуя нет. Это плохо. Потому что он почему. А ебать, у нас полный нахуй этот бинокль. Грузовик. Ой, парни, там как слева стрельба. Приехали без бинокля. Это очень плохо. Потому что он нам очень нужен. Триста сорок шесть. 346,4, окей, да, азимут. 120 дистанция. Беру 135, пошла. Выстрел. Хорошо, да, нормально. Выстрел. Там кто-то тебя хвалит, блять. Далеко ушла, ну похуй, похуй, они там везде роятся, бегают. Еще давай, давай, выстрел. Давай, накрывай эту зону всю. Хорошо, еще. Выстрел. Не нахуй ужасе бегут, блять, оттуда. Ебать, там чем он открыл? 140, выстрел. Давай, давай. В окоп, нахуй. 140, выстрел. Давай, 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 давай. 140, выстрел. Горизонты все устраивают? Да, все красиво. Выстрел. Это близко сейчас было, блять. Там разлет еще есть. Да, да, я знаю. Снова близко, блять. Выстрел. Да, пока наших я не вижу никого. Выстрел. Хорошо, давай, 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 давай. Выстрел. Угу. Бля, вот это кобы сейчас закинуть. Блять, хорош, прям перед ебалом него. Выстрел. Не, там вообще. Тут наша пиздец. Техника, два танка идут. Блять, тут танк здоровый у нас, блять. Вот, ну, Катюша, теперь... Катюша, я вижу, ебашу. Что-то, если честно, какая-то хуйня не серьезная. Это реально надо, блядь. Да что там тебя доебывают постоянно? Че не серьезно? Ну, ганнеры хотят стать. А. Подходит, спрашивает. Ну ты, блядь, патроны принеси, блядь, станешь за ганнера, блядь. Так что? Туда не надо еще хуярить, они там строятся, пытаются, опять бегают в том месте. Несу. Да, да. Можно даже не менять, там стоит вот прям вот туда, куда вы чаще всего попадали, стоит этот хуй. Ай, хуя вы придумали с ящиком, гениально. Ну вот в то место... Перехватчик переговоров поставить, кстати. В то место, блядь, да, вообще там у вас, блядь, будет полный фарш. В то место можно хуярить прям спокойно. Так, на сколько? 54. 300 сколько? 354, 354. Там просто чел хуярит стоит, сука, молотком, блядь, посреди вот этого места, блядь. Давайте, давайте, прям накрывайте его быстрее. Он сейчас построит. 130, 140. Понял, пошел. Вот, сука, съебался. Первый. Давай, давай. Хорошо, ебать. Туда по крану. Давай, 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 давай. Там кран чинит. Сейчас, сейчас, сейчас. Мы тут настройки. Жду. Еще, да, да, да. Пошел. Ебашите по окопам, по врагам. Пошел. Рядом с челом было прям. Бокоп нахуй прямого. Пошел. Ай, хорошо, прям в эту хуйню. Ебать, я погнул, бедную, блять. Хуйню этот пулеметный дот. Ну, хуйня. Пошел. Недолет. Угу. Можно добавить. Пошел. По укреплениям. Да не, нормально сейчас прям. 90% все-таки куда надо идет. Пошел. Давай, 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 давай. Ебать, там уже травы нету просто. Пошел. Последний. Точнее, в дуле есть еще один за два снаряда. Попали опять. Ну это хуйня уже, по-моему, пошел. Сломаться нужно. Давай. Близко было. Ну, кстати, там все равно враги даже на этой дистанции. Пока, чильте, я меняю позицию. Я хочу увидеть, что у них слева происходит у врагов. А, нихуя, я понял, все. Не надо никакую позицию менять. Чуть не подставился, блять. Нас уже пиздят, надо увозить, увозим. Уходите, давай, я иду к вам.
Возвращайся в тачку, да, садись. Мы укатываем. Ну, вообще там патроны будут с ящика еще. Блять. Все хорошо. Давай, загружай. А чё, кто, по-моему, пиздел? Мне тут парни... стрельба рядом уже, тут, блядь, работают. Да. Ну 80 метров, да, вот здесь чуваки хуярят, да. Жиж, вообще можно идти. Снайперку, кстати, да, в снайперку смотри. Уебать, 5 бинокль. Бункер бейс здесь строят. Да, кстати, очень много бункер бейс им там дали. Вот, кстати, что вы сделали? Вы так дохуя раз туда попали. Самое основное, блядь. А он сломал. Ой, тут еще в таунхолле 80 снарядов. Ну сейчас челы говорят, что все, его сломали. Пошли ракеты, ебать. 140 пошел. Дай 150, наверное, все-таки. Сейчас следующий. Понял. Да. 150 пошла. Вот сейчас хорошо было. Там, где их чертежи приблизительно. Да, хорошо сейчас. 150 пошел. Там танк, блядь, очень рядом с танком было. В танк попал, хорош, блядь! 150 пошел. В жопу, но он двигается, он отступает. Сейчас 50. Еще раз, если туда ебанешь. А, сука, не туда. Завершающий выстрел. Давайте на танки нацелимся, парни, не стоят. Смотри, азимут 45. Подожди, азимут 140. Тут противник рядом. Мы слева, у нас защиты вообще никакой нету. Ну, вот. Надо открыть. Азимут 44. Дистанция 144. Пересаж, я поехал за снарядами. Сейчас, секунду. What? Can you bring me ammo from the base? Да. Че, укатываем? Sorry, I can't. Все, укатываем, нахуй, okay, укатываем. Мы меняем позицию. Они уехали оттуда. Castro, там. Where are you from? Rush. У нас противник слева, левее нас. Понятно. Блять, ну так бы и сказал. Я арту навожу, сори, я занят. Я понял. Я по акценту понял, что ты русский. По акценту понял, что ты русский. У нас тут русский пулеметчик. Бля, пацаны, могу вам пулеметчика русского завернуть. Лайт Копрал есть. Если он хочет поносить боеприпасы. Мы здесь плотно сели вроде, у них ничего такого нету. Да, у нас там, у нас в таунхолле еще 80 снарядов, мы тут до утра, блядь, стрелять будем. Тут просто надо, ну, да. Я еще одного походу положу. Сейчас привычку, блядь, набить уже руку, нахуй. Че, я поговорить с ним, убедить его? Да давай, что-нибудь сделай, да, рука. Не хочешь нам с артой помочь? Ну, мы лишние руки бы пригодились. Ну, не знаю, как нам с артой помочь? Как нам с артой помочь? Патроны. Патроны подносить. Надо потаскать. Патроны подносить. Не хочешь патроны потаскать? Я не услышал, что он ответил. Нет, Катюши не наши. Катюши не я навожу. Так, танк выезжает. Будем охотиться сейчас на него, блять. Хуёвая идея. Почему? Ну его так спугнуть можно, убить редко. Думаешь? Ну он, блять, он вообще, да, он такой, сука, он прыткий, он не стоит. Он, во-первых, быстрый, он там не явно, ну, не то, чтобы что-то сбежал. Самая приятная основа в этом всем — это бить по постройкам. Я их с трудом могу различить, понимаешь? Не, я тебе просто... Я просто черный на черном, блять. Я вот хорошо вижу ебучий танк, который сейчас сюда едет, нахуй, на похуй. 40 метров до меня, потому что у него лампочки ебучие. Пизду, блять. В мой окуп уярит танк. Не, меня, меня вытравили оттуда, нахуй. Нихуя. Ну, у нас вроде такой, с таким же звуком снаряды летят. Да, вроде не то чтобы сильно. Ну, палетка прикольная. Ну, это 150 полетели. Ну, кстати, уже утро, блядь. Давайте, что, идем хуярить? Определиться надо, куда хуярить-то, блин. Ну, блядь, вот там ты делаешь, отсюда месиво не видно. Надо идти вперед, блядь. Вперед я уже сходил один раз, нахуй. Ебало, мне сломали, блядь. А у меня бинокль, я думаю, это опасно. Я тоже с биноклем уже ушел. Я уже впереди, блядь. Давай вдвоем как-то. Чтоб нас одним взрывом накрыло двоих, блядь. Последний, блядь, бинокль нахуй на гексагоне. А у них тоже наводчик там может не побегать. В окопе, блядь, сидит. А, нам такую же гаубицу подвезли, ебать. Может, с ним поработаем? Левее, Влад. А, эти? Ну, давай, ебать, может, что-то они знают или...
Блять, ну они опять. Я хуй знает, вот деньги, они тоже враги рашат. Тут уже скоро эта пушка под ударом будет. Тут реально уже в 100 метрах, вот уже, вот, все, блять. 80 метров, нахуй, окопы заняли вардены, блять, от этой пушки. Ну, значит, мы сейчас изнутри будем стрелять. Сейчас. Типа. Guys, guys, she close. Behind us, enemy. Дарили, блядь, за нами враг! Нихуя, блядь! Какого хуя? Разъебать! Got him. Save the day. Нихуя, он подкрался к ним! Он чуть наш миномет не расчет, что ты корни разъебал. Хорошо, что я, блядь, с этим был, нахуй, с пипегой. Ебать, я просто их спас, двоих сейчас пиздец. Ну нахуй, пацаны, мы за ворота не выходим, тут реально гуков полно, блядь. Ой, блядь, спас. Возвращайся к воротам, иди начинай считать. Да, ебать, я с говнищем сюда пришел. Блядь. Как же я их засейвил жестко, пиздец. Просто пиздец. Просто нахуй, save the day, блядь. Бля, проблема, что вот я хотел тем челом сказать этот, а я не понимаю, как 300 будет на английском. Вообще, 300, да, по идее, мог? 300. Я вообще думал, ты знаешь, там, 310, бля, там, типа, по той просто называть, я думаю, они тоже бы поняли, блядь. Короче, пацаны, вот тут стоит соседняя арта, она уже хочет идти вперед. Давайте с ними скоординируемся, выезжайте, короче. Я боюсь. Ну я же их заковерил, далее, давай, похуй. Вас, возьмите просто оружие, у вас 4 рыла будет, вон там пушка, блядь, я предлагаю с ними вместе. Мне бинокль, блядь, ну ладно, давай автоматически. Режим стрельбы можно настроить? Ты, блядь, в каком веке там живешь, нахуй? В 21-м, блядь, что ли, режим стрельбы? Такой еще не изобрели. Во, вот смотри, вот эти пацаны стоят, нахуй. Снаряды подложим. Вот далеко отвалили? Hey guys, do you want our spotters up there, do you want our azimuth and stuff? Куда ушли? Он куда предлагает нам азимут назвать, и этот, у них есть споттер. Вперед, да, едь, вот так дальше. Егор, побазаришь что-нибудь с мэном? We're shooting 175-354. Ага. 175? Ты понимаешь? Давай, да. Come again, please. 175-354. 175-344. 344. Я пошел. Я тоже спаттер. На вот, я вижу их спаттера, блять. Фродо Фрагинс, блять, Фродо Фрагинс. Мы что-то криво куда-то, да, или нормально? Я хуй знает, я же не вижу, блять, куда они вас там. Так, так, сейчас, смотри. Я от вас до меня. Дистанция 60 метров. До врагов от меня 50 метров. Азиму 324. Азиму 324? Угу. 110, 120. 110, они уже выходить начинают. Давай, 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 давай. Сейчас 324? Я вот за вас. Возьми азиму 30 сейчас. Что вы по нашему танку сейчас ебанете? Мы прекращаем стрельбу. Да, да, ебанете, я поэтому и говорю. А. Все, пропал последний бинокль. Окей, we lost our spotter. We rely on your information. Че, блядь? Я даже не понял, нахуй, я смотрел бинокль и сдох, блядь. We lost a guy. Они тоже потеряли? Да я его ебнул, бля, очередь. Ну нахуй, инвит, я стрелял, блядь, перевелись, еблан, блядь. Пиздец, все в кровище, блядь, в томатном. А вот, наверное, надо. Нет, ебать. Ебать, ты чё на танке дрифтует? Вон, видишь, один вышел. Блядь, я лопату достал, такой целюсь, блядь. Где вышел? Кто? Где, блядь, говори. Бля, ну по тем каменным окопам, по которым, помнишь, мы хуярили, вот перед ними наши чел уже мешки строят и бегают там. Может, к ним, что ли, переехать? Типа, да, ну типа мы потом опять, нахуй, вардены опять начнут пушить, мы опять начнем ранее кого убегать, блять. Ладно, я иду еще дальше. Блять, там гора вся наша, здания все эти наши, там три танка наши стоят. Я хуй знаю, парню. Блять, ты что, долбоёб? Гранатами меня закидывает! Шахид ёбаный, блять, подкрался! Я за пушкой. Хуесос, блять!
Хорош, блядь, кентуха фланканул. Ебанат! Крался ко мне до талого, я его увидел. А его еще и забрали, нахуй. Give it to me, please. Дай ему ебу, нахуй. Дроп, please. На, блядь. Thank you. Ебал! No problem. Ну разъебали этого шахида, он его пытался унести, я говорю, отдай мне его, он положил ему ебало, ногой разбил просто. Он такой, ну проблем, такой, блядь. Чел с гранатой ко мне крался, блядь, тут пиздец опасно, на самом деле. Сейчас опять бы последний бинокль проебали, блядь. Бронебойная, блядь. Бронебойная. Там есть бетон, что, палет? Ебать! А как это валяется? Миномет в дебу. Ракета падает, да, блядь. Нет, тут. Сигарету потом. We're sharing with you guys. Oh, thank you. Sure, yes, thank you. Ну че, переговаривайтесь, наводите. Ну, блядь, тим. Let's hammer these. Что он сказал? Чё погнали, типа, сейчас давайте им въебём. Let's hammer this. Мы так быстро их сейчас израсходуем. Ну хорошо, блядь. Там мне... Ты просто... Можешь сходить посмотреть, ты свободен. Да, я уже бы сгонял, да. Мне фидбэк, да. 5 звездочек поставьте, пожалуйста, нашему расчёту в бубе. Да, блядь, если там нах сейчас, блядь, выяснится по своим... Ну, хотя ладно, вы бы уже знали, если по своим хуярли. Ну, там инфу получает вроде этот чувак, с которым я разговариваю. Он там говорит, наши типа чипы, ну, докладывают. Он там с танкистами, что ли, переговоры ведёт? А, ну вот он, Фродо ебаный. Здорово, блядь. Брат-наводчик. Да, хорошо, ебать, там падает. Парни, а бункера-то там уже нету, рили. Ну, он что-то докидываем, в общем. Он вот говорит, немножко, еще немножко, мы уже второй десант. Надо, да, блядь. Я пойду вперед, это че он немножко скует, я пройдусь. Он, кстати, молодец, не зря сыкует, ебать, наши пацаны тут сидят. Пацаны сидят как в окопах, отсиживаются, блядь, пока арта хуярит. Блять, парни, какой там пиздец. Только и сажу. 4, такие, блядь. Да. Или третью подвести, то вообще смерть. Бегут нахуй на нас. Куда ты, блядь, голубчик? Убили, блядь. Да, короче, есть смысл. Окей, нахуй, рили, выбежал оттуда, блядь. Как оно там выжило, нахуй. Пока придержите наш рейнджер наш. Настроить сейчас новый путь попробуем. Ну вот он подошел, я его вижу, да. Я рядом с этим челом. Иди к нему, если же наушка. Аннигиляторная пушка. Давай. Аннигиляторная пушка. Еще устав. Нежнее. Да я ушел уже. Будни артиллериста. Да вы сейчас, да, хуярите же? Куда-то влево все уходит там. Наш чувак, вот, соседний. Ну, не влево куда-то в ебеня хуярит. Да, да. Не сняли? Нет, я еще жив. Ну, накоцали. Да, сейчас этого рейнджера разъебут. Ладно, я его дефну, блядь. Your spotter is in danger. Да, я раздуплился. Да я ему и сам мог сказать. Да нормально, мол, каверин. Не в одиночку там пристреливают, сейчас они типа нащупают полное один. Watch out! Блять, этот споттер нахуй фидит уже. Чё-то нафидил. Начал. Нафидил, ебать. Я говорил, сука. Егор, сядь ты в эту. Левый нол. Спереди пушу. Левый нол. Сядь за пулемет, я посмотрю в окопы передние. Нихуя не видно. А настрелять там в определенно вперед только.
такое все. Блять, 10 патрон противотанков. Блять, ну давай по приколу, ладно, выстрели, посмотри, что будет. Я не знаю даже, что это вообще. Противотанковые, блять. Выстрели нахуй. У него сколько у него биноклей, блять? У меня 3 бинокля, нахуй, я спасаю. Блять! Сука, это мой труп. Help, help. Please help. Там есть один чел. Ты может далеко? Он меня унесет? Ну там в каменных окопах лежу, блять. Меня там чел мог бы унести. Бля, я могу тебе попробовать. Нам говорит, ты окружен. Да, пиздец, меня окружили, мой труп. Бля! У меня 3 бинокля в инвентаре. Сука, зачем он с двумя ходил, блять? Блять, ну там чел держит мой труп, нахуй. Вот он на место, где я сдох. Блять, они все 3 здесь лежат. Кэшбэк произошел? Ну, один я забрал. Че, блять, все 3 забрать нести? Похуй. Похуй, вообще, похуй. Без патронов, блять, теперь. Подожди, нахуй, заебал. Да я жду их выстрел. Я кэшбэк, но все 3 несу обратно. Возьми молоток просто в руку, и у тебя упадет патрон. Да иди нахуй! Рядом. Блять! Че, опять трахнул? Нет! Ночные заварушки эти заебали уже, блять. По темноте бежишь просто вот так вот. Знаешь, он тоже, наверное, к ним бинокли там рации кэшбэкал, я думаю, блядь. Пересеклись, сука. Вижу. По темках. Во-во-во, все хорош. Бегу обратно. Возвращаемся с биноклями. Return to base. Там видишь нашу работу вообще? Нет. У меня тут свои замесы, алё, блядь. Ночная, ёбля. Кого ты, блядь, фонкануть хотел? Хуесос. Сейчас я тебя познакомлю с моей ступой, блядь. Blackwell City? Нихуя себе, мы по городу работаем, блядь. Чего, блядь? Liberty Hill? Мы сейчас по городу работаем. А, Blackwell? Да. Думаешь, вы достанете? Ну, типа, достаете отсюда? 250, конечно, блядь, да. Увозите, наверное. Не-не. Трое перед нами в окопах. Сейчас я пункану, наверное, нет? Бля, по мне уже пристреливают пацаны. Сука. Достреливай, отстреливай по среднему. I'm kind of busy right there. They're in front of us. Fucking dead. Бай, меня трахнул. Голову, каска слетела. Танк подъехал. Давай, давай, Егор. С ноги ему въебало теперь. Егор, с ноги въебало ему.